Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наше общение с Ириной Рыбаковой, заслуженной художницей России, член-корреспондент Академии художеств, такой художник-пленарист, если есть такая формулировка, пишущий на пленэре. То есть пленэр – это понятие, ну, у нас разная аудитория, кто-то может и не знать, что это пленэр, живопись именно на природе. На свежем воздухе, на открытом пространстве, то есть там, где буйство цвета, колорита, оттенков, рефлексов, жизни. И я думаю, что художник счастлив, когда он на пленэре, потому что там его посещает вот это вот, я не знаю, вот это сказочное состояние, когда ты находишься в единстве с природой. Можно, конечно, также и в мастерской, методично работать, но там ты находишься в эпицентре вот всего, да? Когда бегут облака, когда журчит река, ветер, какая-нибудь бабочка пролетела, птица. То есть вот это несменяемое, вот это сменяемое, безостановочное состояние. Давай вот как раз вот пройдемся, может, по конкретным работам, но и в целом, что для тебя пленэр, и как ты его воспринимаешь, вот именно живопись натуры. В частности, вот мы закончили картину вот «Елка», да, то есть она интерьерно написана с натуры, интерьер такой, красивое такое, новогоднее состояние. И вот еще «Голубая весна», то есть, опять же, в последнее время я замечаю у тебя очень часто, так, ну как последние лет 15-20, в последнее время много ты используешь стафажи, фигуры. В основном дети, подростки, девочки, мальчики. То есть это вот такая оживляющая составляющая твоих пейзажей. В частности, вот пейзаж, где идет девочка. «Голубой апрель». Апрель, да. Такое хрупкое состояние вот именно весны. Это юные девушки, девочки и мосточков этих, которые зыбко лежат на воде. Совершенно так неустойчиво, может быть, и вот это переходное состояние такое сменяемое. То есть вот как ты вот это ощутила, почему вот так это возникло, такое желание, допустим? Добрый день, да, дорогие друзья. Спасибо, Олег, прекрасный вопрос задаешь. Но действительно для меня работа с натурой – это такая основная моя работа, потому что мне нужно увидеть, вот, как бы увидеть то, что вот вдохновиться, а потом уже работать. Конечно, какие-то есть и работы, написанные в мастерской, и зимой, и когда холодно совсем уже, мы так не очень-то ездим. Но я больше люблю работать, безусловно, с натурой. Раньше я любила больше работать осенью, а сейчас как-то, может быть, с возрастом, не знаю, больше люблю весну. И весной я пытаюсь обязательно выехать, это март, апрель, куда-нибудь там в деревню, в глушь, потому что для меня вот там как раз самое интересное. И проталины, и снег. Как пахнет тающий снег, это можно почувствовать только, когда выезжаешь на пленэр. Поэтому я не очень люблю жить в больших городах, и вообще в город не очень люблю. Я больше люблю уезжать вот именно совсем, чтобы вот быть на природе, смотреть, как вот прямо исчезает вот этот снег. Вот начинаешь писать большой кусок снега, а потом он так на глазах исчезает. У нас доходило до того, что мы приносили из другого сугроба снег, накладывали, чтобы его написать. А вот с девочкой вот эта «Голубой апрель» возникла мысль. Ну, ходишь же, ищешь мотивы, там все, ездишь. И разлилась река. Вот наша река Мста, она разлилась. Было много, видимо, снега. И я так посмотрела, как красиво вот эти мостки, они просто невероятно. Вот они так идут туда, уходят вот в эту речку. Так замечательно, красиво. И я написала этюд вот с этими мостками, но я понимала, что не хватает человека. И у меня была на тот момент натурщица, девочка из соседней деревни. Вот, я ее пригласила, нарядила. Как мне всегда говорят, девочки же приходят в таких джинсах, таких каких-то лосинах. У меня есть целая коллекция платьев для девочки. Я люблю, когда они у меня в платьях, какие-то курточки, платья. Я собираю вот такой натурный такой фонд свой.
какие-то платочки, косыночки. Мне как-то вот это ближе. Наверное, мне говорят, что ты изображаешь себя. Я говорю, ну да, наверное. И вот эта «Голубой апрель», она называется, второе ее название, «Родом из детства». У меня еще есть другая такая же вот картина. То есть она называется, работа, она называется «1 мая». Там изображена старая школа в деревне, и маленькие дети. В деревне Подол, это тоже недалеко от академической дачи художников, есть старая школа. Сейчас она реставрируется. Вот спасибо, значит, Исидору Валентину Михайловичу, там рядом его дом, и администрации, значит, Вышневолодского района, реставрируют школу. А вот в этой школе, в старой школе, я училась одну четверть. И вы знаете, я хочу сказать, что я вообще заканчивала школу в Костроме, в городе, городская большая школа, огромная. Но впечатление, самое сильное впечатление было от этой школы. Эта школа еще была построена во времена Пушкина, и она ни разу не закрывалась. И в войну работала до 2006 года. И вот когда я ходила последнюю четверть, четвертую я ходила в эту школу, с детьми мы там общались, вот было там 9 мая, 1 мая. И вот это так мне запомнилось. У нас еще была учительница, она вела сразу много-много классов тогда. И 7 класс, и 2 класс, и 3 класс. А поскольку я уже приехала из школы, я умела читать и писать, то я учила, в общем, первоклассников читать и писать. Вот. И поэтому я сейчас до сих пор очень часто пишу эту школу. У меня очень сильные впечатления остались от этого. Поэтому, наверное, все, что я вижу, что все, что я придумываю, вот какие-то сюжеты, там картины, конечно, это мое детство. У тебя вот есть с цветами очень много. Дети с цветами, с яблоками, с половиками. Да, самый любимый человек в моей жизни был – это бабушка. Когда меня спрашивают, вот как вот тебя воспитывали, там еще, говорю, меня никто не воспитывал. Я жила очень свободно с бабушкой. Ну, бабушка у меня вообще очень была красивая женщина, такая большая, крупная. Она работала поваром, она прошла войну. То есть, ну, как прошла войну, то есть она жила войну там вот в этой деревне. У меня дед герой. Он совершил 2 подвига. Он, причем удивительно, когда я прочитала это, вот у меня нашли в интернете, сын нашел в интернете, я родилась 14 августа. И мой дед совершил подвиг 14 августа. Вот, когда я это прочитала, я прям даже вот очень сильно удивилась, такое вот какое-то вот совпадение. Дмитрий Иванович Михайлов, он прошел всю войну, его призвали на войну в июле, 10 июля 41 года, погиб он 27 марта 45 года. 1945 года, все 5 лет он прошел войну, бабушка одна жила вот в этой деревне с моей мамой. И вот эта тема такая войны, она тоже, в общем, меня, конечно, волнует, и то, что дед такой вот совершил 2 подвига. И я писала, вот солдат у меня есть, ну, солдат, дома, да, возвращение. Я, конечно, не могу писать какие-то батальные вещи, мне это, хотя мы писали там вот и по Крымской войне какие-то такие работы, но мне больше хочется вот именно понять, вот как это было, вот, ну, в деревне, вот именно вот там. Вот. Мне до сих пор и хочется что-то еще такое придумать с этой темой. В этом году я написала, в прошлом году, я написала работу, большой такой пейзаж, называется «Опять весна на белом свете». Вот у нас там кладбище недалеко. Ну, где солдат, памятник, да, солдат. Да, памятник солдату. Меня всегда поражало. Вот, вы знаешь, приходишь туда даже 9 мая, вот такая весна, такой свет, такое вот буйство жизни. А ребята там лежат, они все очень молодые. Там 30-20 лет, там самый старший 41 год. Вот бабушка работала как раз в этом госпитале, она работала поваром. Тогда в доме отдыха, там был дом отдыха Серебренький, она работала там поваром. И у них вот эти были солдатики, они были юные совсем. Причем там неврологический был санаторий. То есть они были контужены, они были испуганы, сошедшие с ума от этого кошмара, который, значит, там случался. И вот когда я прихожу, там вот это кладбище, братская могила, они все там написаны. И вот этот свет, там невероятно красивое место, но вот ты бывал, там сосны, это все на горе, река, там все. И вот эти молодые ребята, которые отдали жизнь за нашу родину, за Россию. И вот мне в этом году как-то вот эта тоненькая березка на переднем плане, она такая светящаяся, вот памятник солдату, вроде бы, ну, смерть страшно, да, но ради жизни. Ради того, чтобы мы все жили. Да, в то же время
от смерти, в то же время есть такая у тебя картина «Радоница». Да, смерть, да. Которая не уходит, а да. Переходит в другое состояние. Я писала долго эту работу, я писала ее на кладбище, причем я ее писала в мастерской, начинала в мастерской, а потом прямо с холстом ездила туда, на натуру, на кладбище. Она меня накрыла несколько раз, она большая, 140 сантиметров. Там действительно, вот казалось бы, да, вот кладбище, казалось бы, все грустно, но вот «Радоница» было такое состояние, вот это солнце, это вот свет, это жизнь, это продолжение жизни. Эта работа написана в Здемирове, есть такое село, потрясающее совершенно село в Красносельском районе под Костромой, там очень какая-то такая энергетика хорошая, храм очень красивый. Я там много писала, и вот эта работа написана. Да, то есть у меня две работы написаны на кладбище. Нет, места там, конечно, Волга, что там, Сунгурова, Здемирова, Подольская. Да. В Подольском ты писала. Тут. Да, да, в Подольском я Красном. Много писала. Да. Ну, вот вообще, как ты выбираешь мотив? То есть вот, ну, как вот, вот как оно происходит? Конечно, под по впечатлению больше. Ну вот сразу, да. Куда-то надо поехать, да. Собраться. А дело придумать в том, что себе уже... направление в какую, да, сторону. Да. А уже есть мысли. То есть дело в том, что я не очень люблю приезжать в новые места, совсем новые места для себя, потому что это надо ходить, смотреть, искать. А есть определенные такие как бы наработки. То есть уже вот, например, я пленэры организую, ты знаешь, да, вот в Костромском районе есть такое... парк-отель «Волжские прибои», мы с нашими друзьями, вот они спонсоры как раз нашего пленэра, мы организуем вот эти пленэры. И когда уже много раз работаешь в определенном, в одном месте, то ты уже знаешь, куда ты поедешь. Вот, допустим, солнце, уже есть мотив у тебя в голове, что ага, вот тогда против света там было очень красиво. Да? Вот если серый день, то нужно поехать в другое место, что там было красиво. Как-то это очень сложно. Я вот так не могу. Нет? Потому что, ну а как? Оно же меняется постоянно. Да, ты вот, допустим, но едешь, посещению я всегда езжу туда. Ты, допустим, едешь, и вот ты не можешь проехать мимо мотива, который тебя вдруг зацепил. Бывает. Ты говоришь, вот я сейчас поеду, там ждет это... меня мотив. Да, бывает. Ты приезжаешь, а там мотива уже никакого. Бывает. У меня, знаешь, как было интересно? Вот мы были на пленэре в Фурманове. Я села писать, я так обрадовалась. Дом строящийся, строящаяся баня. И такой красивый, я очень люблю вот эту тему, знаешь, такие вот новые бревна, да, свежие. Был такой какой-то невероятный день, яркий такой, какой-то, знаешь, такой ярый, я бы даже сказала. Я села писать в таком удовольствии, в таком просто вот, ну все, сейчас напишу, и потом, может быть, даже что-то большое напишу. И вдруг приезжают мужики с трактором. Я так начинала подозревать, что что-то что такое. Что собрали, увезли, да? Да, они разобрали этот дом, увезли. Все, у меня уже, конечно, настроения никакого нет. И так бывало часто. Это вот уж. Слушай, ну, я вот для себя определяю. Я просто очень много мотивов подобрал на обочине. Да. Просто на дороге. Да, едешь и видишь. Ну, да. А как? Конечно. Потому что ведь какой-то лес или там по сугробам далеко не пройдешь. Да. На машине подъедешь туда, куда можешь проехать, только подъехать, да? Да. А вот так вот долго искать мотив, ходить... Ну, иногда попадешь, ну, как охота, так скажем. Да? Я не люблю долго так ходить. Вот когда долго ходишь, можно вообще приехать. Да, нет, и потом же ты же идешь с тюльником, с холстом, если надо там зонт. Тяжело. То есть экипировка. У меня иногда подходит. Причем у меня такая экипировка, ты же вот говорил, я пишу зимой, у меня ватные брюки, там, значит, этот тулуп такой, все. Дети подходят, ой, дядя, художник, потом, ой, тетя. С ужасом уходят. Потому что вид, конечно, такой не очень презентабельный. Но ну, я потом же о мотиве. Если ты помнишь, вот в Гегина мы с тобой там писали. Да. Баньки, Гегина, сосны. Да. Ну, я вот тоже там писал кромку воды и на льдине писал такой мотив, отражение, все. Ну, думаю, ну, завтра там допишу чего-то. Но завтра льдина просто уплыла, и ее нет. Да. Так иногда на глазах уплывает. А потом эти баньки сгорели там. А там сейчас вообще уже ничего. То есть, по сути, вот когда сейчас начинаешь воспринимать русскую глубинку,
И думаешь, ну, в 19 веке художник мог выйти и запросто найти себе мотив. Я всегда завидую. Я говорю, Левитан приехал в плюс. Это так и просто ему можно было вообще никуда не ходить. Не вмешательство в урбанизации, да. Каких-то вот этих сайдингов, катипалов, профнастилов и прочего вот современного такого холодного материала. Да даже вот крыши, если ты видела, да, как они шифером покрытые, они с годами становятся благородного оттенка. Красивого, сложного, а какого-то такого. Да. А оцинковка, ну, она будет блестеть, рвать глаз и как-то, да. Пока не потускнеет как-то там. В этом смысле меня немножко американские художники, вот, знаешь, поменяли какое-то мое такое вот впечатление от этого. Они пишут вот что есть. Вот какой есть, понимаешь, сайдинг, там вот эти современные здания. Ну, и как-то у них хорошо получается. Ты знаешь, мне кажется, это право выбора каждого человека. Ну, да. Но я не знаю, как на это можно вдохновиться, когда заборы из профнастила заборы малинового или зеленого цвета. Но да, к сожалению. Поэзия так. Исчезает. То есть все-таки пейзаж – это поэзия в первую очередь. Да, конечно. То есть это такое романтическое поэзия, состояние, которое... Конечно. Художника настраивают. То есть нужно настроиться. Да. Такой вот лейтмотив, да. Такой вот некая увертюра, то есть погружение, и вот уже как бы там идет развитие внутреннее. То есть, потому что все же меняется, и освещение меняется, и вот как-то и облака те же. Как же вот если бурное контрастное состояние. Вот, допустим, Стажаров иногда писал в Костроме. Он, допустим, вот мне просто рассказывали, писал мотив уже полностью и ждал, пока солнце из-под тучи выйдет и активно осветит. Мы разговаривали на эту тему. И, когда он, и он уже потом вот эти вот активные блики уже эмоционально расставлял, уже как-то так. Юрий Петрович Кугачко так же писал. Он писал, мог пойти в серый день, написать мотив. А потом прийти в солнце и написать вот сразу Абакумов солнце. Ну, Абакумов так тоже делал. Да. С Михаилом Георгиевичем мы тоже встречались, с Абакумовым. Он был у меня художественным руководителем первого моего пленэра на академической даче. Когда я уже приехала как член Союза молодежного, тогда еще были молодежные организации, приехала на академичку уже не как в свой дом, не как там местный житель, а приехала именно в составе художественной группы, в составе художников. Вот это, кстати, тоже очень сформировало меня как художника, то, что я ездила много лет вот именно в группы. Работать с художниками – это невероятно интересно, причем вот именно под руководством, например, Бакумова, под руководством Анатолия Павловича Левитина. А какие были просмотры на академической даче, это я хочу сказать. Ведь ходил Юрий Петрович Кугач. Почти всегда он был, значит, Левитин Анатолий Павлович, Сергей Петрович Ткачев очень часто ходил, Загоник был, то есть, ну, настолько-то, Токарев, ну, это просто такой состав, и вот эти, представляешь, вот такие художники идут, смотрят твои работы и тебе подсказывают. Это так интересно, вот Юрий Петрович как-то Кугач смотрел на мои работы и говорит, такая маленькая, пишет как мужик. Я так запомнила это. В общем, все, что они говорили, это сейчас запоминается и вспоминается. Это оказалось очень ценно и важно. Конечно, может быть, тогда нужно было больше слушать, там, пользоваться. Но я всегда ходила, когда приезжала. Как ты выбираешь вот палитру? То есть какие излюбленные состояния? Краски, может быть, излюбленные? Или там, ну, то есть по технологии живописи, вот если коснемся... Потому что ведь это тоже немаловажно. Сейчас да, вот такой поветрие, многие мастихином как-то пишут. Вообще поветрием чуму называли. Так я сказал поветрие. А так чума. Вспомнилось какое-то поветрие, да, чумовое, холерное. Но на самом деле что-то такое катастрофическое. Этим заражаются люди, подчас которые только-только начинают. Им кажется, легкая доступность вот таких быстрых эмоциональных мазков, темпераментных, как бы опустошенных внутри. Я хотел про палитру. Палитру и как место смешивания краски, и как палитра цветовые сочетания. То есть, как ты месишь?
Кухня. Меня часто спрашивают об этом, ну, ученики в основном мои, поскольку я еще есть же, вот у меня ученик в Канаде мой есть, так ученики в Америке, они вот именно, кстати, технологической стороне уделяют очень много внимания. И даже когда вот сюда приезжали наши американские художники, вот один художник просто стоял около меня, попросил разрешения посмотреть, что ты смешиваешь. И он мне говорит, и вот тоже и канадский мой ученик мне сказал, говорит, вот вначале мы все понимаем. Вот ты делаешь там рисунок, подмалевок, там тонко так все, да, да, вот это вначале. Потом начинаешь прописывать, там подмалевок делаешь, я там делаю марсом оранжевым, прозрачным, там оливковым, ну вот какими-то такими цветами. Еще имприматуру иногда делаю. И до какого-то определенного момента все понятно. А потом, как они говорят, мэджик, начинается магия. И потом уже ничего не понятно. Что ты смешиваешь, как ты, что ты делаешь. Вот мне порой сложно бывает. Я не очень, не люблю повторять свои картины, то есть делать. Я лучше напишу заново, там поеду в какое-то то же самое место. Потому что повторить как-то вот это мне сложно. Свои работы. Потому что, как ты знаешь, уже когда особенно заканчиваешь работу, когда вот именно отвлекаешься от всего уже, ни о чем не думаешь, никто не звонит, и тогда уже непонятно, что ты смешиваешь, и какой-то процесс уже такой получается. Нет, я имею в виду еще вот колористическое состояние, то есть это не открытые цвета какие-то. Нет, конечно, такие пожарные. Нет. Я люблю наши краски. Вот если некоторые говорят, что там французскими там хорошо работать, они еще какие-то более синтетические, очень вот такие, ядовитые. Это да? Что-то. У меня была выставка в феврале в Канаде, и я там должна была перед этой выставкой работать 2 недели. А потом выставить работы на выставку. И я приезжаю туда, значит, прилетаю в Монреаль, и у меня пропадает чемодан. И я такой в ужасе выхожу, значит, я дальше летела в Халифаксе, в общем, чемодана нет, ничего нет, катастрофа. Чемодан привезли на следующий день, и он какой-то подозрительно легкий. Я открываю чемодан, а красок нет. Понимаешь? Вот те краски, а я взяла с собой очень много красок, потому что мы из Канады потом ехали в Америку тоже на пленэр, и я открываю чемодан, ни одной краски нет. Причем разбавитель, лак не выбросили, а краски выбросили. Я в ужасе. И говорю, что делать? Мой друг, который, значит, вот там организовывал выставку, вот он мой ученик, он мне говорит, у меня есть краски, ты не переживай, я тебе дам. И это был кошмар. Потому что у него именно такие яркие, вот такие, значит, цвета там, белый, красный, синий, яркий какой-то, желтый. Это ужас, это очень трудно. То есть вот наши все-таки цвета, они, конечно, благороднее. Ну, да, они более... Но пришлось работать, куда деваться. Выставку же нужно было открывать. Ну, очень то есть трудно. У нас замес идет на серых. Да, конечно. Охры. Земли, ультрамарин, то есть любимые краски. У меня вот иногда мои вот наши русские, значит, студенты, они показывают мне краски, какие у них есть. Там, знаешь, вот я всегда говорю, дайте попробовать. Я такие краски даже не видела. Там, знаете, какие-то ярко-зеленый какой-то или какой-то там, например, мятный. То есть люди покупают цвета уже в тюбиках как бы смешанные такие. Ну, я не знаю. Мне такие краски требуются только для того, чтобы просто поставить какое-то яркое пятно, знаешь, вот стафаж какой-то поставить. А так, в принципе, вот мне кажется, они не сильно нужны вот в процессе работы. География твоих поездок очень большая, конечно. Это я, ну, зарубежные не будем так, хотя их много. Все-таки по России твои любимые места или, как, так скажем, предпочтения? В России я, конечно, больше вот бываю на академичке, предпочитаю. Почему? Потому что чем дольше ты живешь как-то в одном месте, тем больше ты понимаешь вот эту и природу этого края, и уже вот правильно легче выбрать мотив. А потом у меня есть работы, которые начаты, например, год назад, 2 года назад, и я их продолжаю там на следующее лето. Вот сейчас вот эта пандемия, она очень хорошо была в плане творчества, потому что я уехала в апреле на академическую, в марте, нет, в апреле на академическую дачу, и буквально вот там уже полгода практически жила. Вот. Но, конечно, интересно и посещать другие места, области другие. Вот, например, в этом году, в 2020 году, я все еще в 2020 году живу, в 2020 году меня пригласили
художественным руководителем и в состав группы на 15-й Васнецовский пленэр. В Вятке. В Кирове. Очень было такое светлое событие в моей жизни, очень такое знаковое, как вот, потому что все как-то было, знаете, печально, но мы были в каком-то таком все состоянии, и вдруг вот это вот пленэр такой прекрасно организованный, великолепный музей. Бывал в Вятке, Олег? Там прекрасный музей изобразительный, вот просто вот художественный музей очень хороший. Нет, в Вятку я только Великорецким ходил. Великорецкий, да. Вот очень хороший музей, мне там очень понравилось. Они, и коллектив очень хороший. Предложили выставку там сделать. Я буду, наверное, там сделаю выставку. Вот, и я там еще получила Васнецовскую премию, премию братьев Васнецовых, тоже очень приятно. За работу «Дымковская мастерица». Я писала девочку, «Дымковскую мастерицу». Мы с ней очень подружились за это время. Я очень люблю художника. Широкова была такая художника. У нее вот очень много вот таких картин было с дымковскими мастерицами. И когда я приехала в Вятку, мне очень хотелось попасть на этот завод, на дымковскую игрушку. Очень, очень было любопытно. И мы действительно туда поехали на экскурсию. Я увидела девочку, которая мне понравилась. И мы с ней вот так работали. Дорогие друзья, я думаю, что вот с художником Ириной Рыбаковой не соскучишься, потому что человек очень эмоциональный, неравнодушный и такой творческий, активный, творческий. И я думаю, что мы еще одну передачу следующую посмотрим, продолжим наше общение, потому что есть еще много тем, о которых интересно будет поговорить. Спасибо. До следующей встречи, до свидания. Спасибо.